Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Ну, как обещал я вам, вот наступил вторник, прошла у меня сейчас встреча с генерал-майором внутренней службы, начальником главного управления МЧС по Кемеровской области Мамонтовым Александром Сергеевичем. И у нас состоялся разговор. При этом разговоре присутствовал директор агентства Замятин Виктор Васильевич, присутствовала, вот я видел, что одна телекомпания, это «Мой город», и еще какой-то оператор был, это внутренний какой-то свой оператор. Но то, что пресса присутствовала и Министерство чрезвычайных ситуаций, да, пресс-секретарь тоже был, это было, да. Вкратце расскажу, о чем у нас был разговор. Разговор у нас был... То есть зашли в кабинет сразу же. Александр Сергеевич мне сказал: Олег, я просмотрел все твои ролики, все вот эти вот бумаги, которые ты показывал, по ним будет вестись разбирательство. То есть как бы Министерство внутренних дел и спецорганы какие-то, в общем, думают, что заинтересовались всем этим. Соответственно, давай мы сейчас с тобой поговорим о том, что ты, о предмете разговора, который мы с тобой договорились по телефону, о видах, средствах и развитии, как я вижу, развитие кинологической службы. Ну, разговор состоялся, я не знаю, думаю, что продуктивный, потому что я свое видение процесса рассказал. Сидел, естественно, напротив меня директор, мой директор, который все-таки настаивал на том, что с двумя собаками, там, четыре собаки. Но генерал сказал, что развивать нужно, то есть развитие он поддерживает. Я высказал свою точку зрения о том, что я готов приступить к работе, потому что сейчас я не вижу специалистов каких-то, которые могут поддержать, развивать службу и находятся и являются сотрудниками предприятия. То есть те, которые сейчас, людей, которых заставляют работать, а когда человека заставляют работать, из этого ничего хорошего не получится. Если у тебя нет желания, то и знания, собственно говоря, у тебя не появится, потому что, ну, нет у тебя желания, не будешь ты ни дополнительную литературу не читать. Тем более, вот у лучшего кинолога Кемеровской области была реальная возможность как бы получить эти знания там хотя бы от меня, да, хотя я и кучу и литературы приводил, и т.д. и т.п. в общем. Ну, в общем, вот такие вот дела. Закончили мы разговор тем, что длился он целый час, этот разговор. Начальник управления даже опаздывал на совещание, был вынужден немножко задержаться, потому что был заинтересован в построении беседы. А у меня в глазах генерал-майор Мамонтов остался порядочным, хорошим человеком, что не могу сказать об остальных. Вот. Закончилось тут тем, что, собственно говоря, я должен пойти еще на собеседование к директору. Сейчас должны приехать кинологи, якобы, скажем так, обучающие. То есть все аттестацию проходят, да, а они обучение проходят. Ну, так тоже бывает. И по прибытию должны будут сделаны какие-то кадровые выводы. Ну и, соответственно, я должен буду явиться на собеседование к директору агентства Замятину Виктору Васильевичу. То есть, ну, в ходе беседы, ну, я просто сказал, не знаю, телеканалы покажут или не покажут, о том, что если будет принято волевое решение и амбиции будут отброшены в сторону, то, ну, я буду готов приступить к работе. Естественно, нужно будет немножко переформатировать кинологическую службу. Ладно, ребята, мне сейчас нужно бежать еще в пару мест. В связи с тем, что я как бы человек безработный сейчас, мне надо в центр занятости бежать, я стою на учете там. Поэтому заслужите доверие, заслужите уважение, у вас все получится. Всем спасибо.